Всем привет! Вы на канале Ушастики, и сегодня мы продолжаем играть в игру про огонь и воду. Ребята, сегодня завершающая серия этой части «Огонь и вода в лесном храме». Смотрите, какой прикольный у нас уровень. Смотрите, как тут здорово. Тут у нас какой-то обдув и два мостика над кислотой. Сейчас придется огоньку тоже спуститься в самый низ и попрыгать по этим опасным мостикам. Осторожнее, огонек. Вот так. О, нет. Упал в кислоту, ребята. Да, непростой это уровень. Смотрите, сколько тут всяких кнопочек. Нужно включить вот так обдув, чтобы наша водичка могла переключить нужные рычаги. Вы видели, какой огромный мостик? А вот так нажмем на сиреневый рычаг, и можно отправляться собирать кристаллики. Осторожней, водичка, там очень-очень много кислоты. Теперь включим обдув и поднимем нашу водичку на самый верх. Ну а теперь очередь огонька. Смотрите, как водичка ему помогает. Кстати, ребята, мне кажется, или наши... тут такая у нас похожа на два сердечка на экране, правда? Вы как считаете, похоже на сердечки? Смотрите, как интересно. Теперь нам нужно открыть вот эту большую планку, чтобы спуститься в дверь. Потому что под дверью у водички огонь. Огонька, наоборот, много-много воды. Ну вот, уровень пройден. Класс, идем в следующий. Ребята, в сегодняшнем видео вас ждет много-много приветиков для подписчиков. А если ты тоже хочешь получить привет от канала Ушасти Kids, обязательно подпишись и напиши в комментариях свое имя и фамилию. Опа! Смотрите-ка, водичка уже толкает тяжелые-тяжелые камни. Сейчас мы тебя спасем, огонек, ты только не переживай. Держи-ка камень, вот так. Никак ему не выбраться, смотрите, ребята, он у нас в западне. Ничего страшного, сейчас водичка его спасет. Как вы думаете, ребята, получится у водички спасти огонька или нет? Если считаете, что спасет, напишите в комментариях цифру 1. Ну вот, он и выбрался из западни. Смотрите, какой опасный уровень. И здесь опять возле дверок совсем ничего нет. Придется под низ накидать немного камней, чтобы спуститься к двери. Да, ребята, последние уровни самые сложные. Ну что ж ты, огонек, давай скорее. Так-так-так, ребята, что же тут делать? Оп, ты чего, огонек, прям водички на голову попал. Сейчас бросим камушек на кнопочку, и у нас открылся новый проход. Только вот сейчас водичке предстоит пройти через кислоту. Смотрите, какой лифт. На нем можно поднять огонька на самый верх. Смотрите, наш огонек полез наверх. Сейчас возьмем красные кристаллики, вот так. И можно толкать камушки в самый низ. Водичке осталось взять бриллиантик. И уровень почти пройден. Только вот ей будет очень сложно забраться снова на самый верх. Давай, давай, водичка. Отлично. Догоняй уже огонька. Забирайся на самый верх. Такие тяжелые камни, ребята, не просто их толкать. Нашему огоньку сейчас он поможет водичке и скинет для нее камушек, чтобы она могла запрыгнуть. Потому что без этого камушка ну совсем никак. Кстати, ребята, а вы играете вместе со мной в эту игру? Кто играет в игру «Огонь и вода», пожалуйста, напишите в комментариях цифру 5. О нет, нам что, не забраться теперь наверх? Вот это дела. Придется помочь огоньку забраться на лифте, ребята. Сейчас поднимем его вверх. И огонек сбросит для нас еще один камушек. Его не хватает, чтобы подняться на следующую ступенечку. Давай-давай, огонек, толкай его, толкай, какой он тяжелый. О, так, отлично. Ну все, теперь водичка сможет подобраться к своей двери. Ну и огонек, соответственно, тоже. Смотрите, вот так, другое дело. Почти как по порожкам они забрались на самый верх. Ну вот, водичка уже у своей двери.
Посмотрим, удастся ли так огоньку запрыгнуть. Вот, запрыгнул и даже не использовали последний камушек. Смотрите-ка, у нас осталось всего лишь 2 кристаллика, друзья. Интересный, интересный уровень. Тут у нас есть качели, на которых можно водички покачаться. Какая-то кнопочка желтая. Она поднимает лифт для огонька. Осторожнее, огонек, там внизу немножко кислоты. Можно ее не заметить и попасть прямо в нее. Здесь у нас, ребята, финальный 1 кристаллик зеленого цвета, который будет не просто взять. Посмотрим, что у нас открывает. Красная кнопочка. Это красная кнопочка толкает перегородочку, которая скинула камень, и наша водичка смогла подниматься на самый верх и вылезти из западни. Теперь синяя кнопочка, которая поднимет огонька. Огонек подержит белую кнопочку. И мы попробуем, или можно и водичкой подержать, вот так. И теперь возьмем зеленый самый крутой кристаллик. Ну вот, и этот уровень мы тоже прошли. Надеюсь, и вам это тоже удастся, ребята. И у нас финал, ребята, самый последний уровень. Ого-го-го! Сколько здесь качелей! Вот что я не люблю в качелях, они такие неустойчивые, можно из них легко свалиться в самый низ. Водичка, пожалуйста, осторожнее, я за тебя так переживаю. А вот так ты умничка просто. И еще прыжок. Немного скользим, неудобно. У нас кнопочка открывает перекладинку. Ой-ой-ой, чуть было не попали в лаву. Так, ребята, а переключатель-то у нас снова закрылся. Тут надо быстро. Нажал на кнопку и бежать. Так, что же нам тут делать? Интересно, интересно, придется поскорее. Вот так, огонек задержал немножко. Теперь надо бы как-нибудь аккуратно пройти к дверкам. Водички-то легко, ребята, смотрите, она-то прошла. А вот для огонька путь будет совсем нелегкий. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. А вот так. Осторожно. Да, ребята, тут еще этот дурацкий переключатель мешает. Фуф, ну вот. И финальный уровень. Отлично, а теперь мы с вами прошли всю серию игры «Огонь и вода в ледяном храме». Но это еще не все. Мы отправимся в храм ужасов. Вот мы и там. Смотрите, сколько здесь много страшных привидений, ребята. Пока наш огонек будет их убивать, я передам для вас приветики, дорогие подписчики. И первый привет я сегодня хочу отправить для Ани Головащенко. Большой-большой тебе приветик, Анюта. Саша Евтухова получает тоже огромнейший приветик. Саша Донецкая и Денис Колеба. Вам тоже по приветику, друзья. Эмилия Нугманова, Саша Захаров, Вика Смирнова. А также огромный привет для Варюши и Кирилла Волковых. Кстати, вы уже не раз писали. Пишите чаще, ребята, и буду передавать вам больше приветиков. Диана Филипенко получает привет. Эвелина Османова, Даша Черникова, Лариса Алексеенко, Ира Ладенко, Ника Ушмаева, тебе тоже огромный привет. А еще приветик для Риты Лирник, Софии Лукомец, Валерии Гемрановой, Зульфии огромнейший пушистый привет от нашего канала. Айжан тоже получает большой-большой приветик. Вероника Шепелева, Ариша Калмогорова, большой привет тебе, Ариночка. Диана Рулит, Вика Кошкина, Вика Шкалякова, Костя Циось, Арина Перова и Ульяна Драгунова, а также Сашенька Евтухова. Всем вам, друзья, огромнейший-огромнейший привет. Спасибо большое, что вы с нами. Мне очень приятно, что вы смотрите наш канал. И обязательно подписывайтесь. Мы всегда рады новым друзьям. А также присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте, ребята. Пообщаемся и там. Сейчас тут у нас главное действующее лицо водичка. Смотрите, так прикольно. Она отправляет стреляет маленькими водичками, похожими на нее. Тут у нас непростой уровень. Нам нужно убить привидение в воду. Смотрите, какой он. Отличный удар. Прям в точку. Ну что, следующий уровень. А здесь у нас главное действующее лицо. Огонек. Смотрите, сколько страшных привидений. Вот это ударчик.
Было прикольно. У нас осталось всего 5 привидений, друзья. Так. О, отличный удар. Одного еще убили, а вот в этого тоже просто попасть. Вот 2 зеленые головы, мне кажется, с ними будет немного посложнее. Ребята, а вы боитесь привидений? Да или нет? Напишите в комментариях, кто боится. Отличный удар, огонек. Можем отправляться дальше. Ребята, а в храме ужасов с огнем и водой вы уже были? Если нет, обязательно поиграйте. Смотрите, тут у нас уже 2 огонька. Водички почему-то пока нет. Берем кристаллики. О-о-о, наши головы начали перекатываться. Ударим-ка мы еще разок, да посильней. По этим головам. Так. Отлично. И последнее. Все свалилось. Докатятся сейчас они или нет? Всего лишь 1 покатилась. Ну, вот так вот ее немножечко еще ударим. И они снова катятся в самый низ. Всего 2 головы, ребята. Возьмем кристаллик. Он нам понадобится. Эй, ты куда, огонек, ускакал-то? Ну. Отлично, взяли все кристаллики. И заодно и головы все скинули в самый низ. Что же нас ждет в новом уровне? Давайте-ка скорее смотреть. Здесь у нас качели и опять целая куча привидений. Вот где только наша водичка потерялась. Все, огонек и огонек убивают привидений. Может быть, в следующем уровне будет водичка. Сейчас посмотрим, ребята. Тыдыщ, отличный удар. Осталось всего 2 привидения. Огнем. Кстати, как вам эта часть игры? Нравится? Кому понравилось, напишите в комментариях цифру 3. А кому нет, ставьте 4. И обязательно подписывайтесь на наш канал Ушастик Kids. Мы всегда рады новым друзьям. На нашем канале вы найдете много прикольных видео, которые выходят каждый день, ребята. А вот и водичка уже соскучилась по ней. Здесь нам нужно бросать на самый верх, чтобы наши огоньки появились в самом низу. Видите, нас с привидениями разделяет огромная плотная стена. Сейчас целится водичка, и ее задача убить голубых привидений. А вот красных привидений будет убивать наш огонек, ведь они огненные привидения. Отличный удар, огонек. Всего по парочке привидений. Не просто так целится, ребята. Такие у нас воздушные пузырики, в которых летает огонь и вода. И еще стреляй. И еще удар нашей водички. Кстати, ребята, количество ударов у нас ограничено. Отправляемся в новый уровень. Ого-го, сколько кислоты. Здесь нам нужно сломать стеночку, выпустить привидение и пока оно не упало, ударить по нему еще разок. Отличный удар, огонек. Вот эти головы мы отправим в кислоту. Попробуем-ка еще разок пройти этот уровень. Тыдыщ. Отлично. Ну вот, другое дело. Привидение вода. И еще одно привидение. Сейчас нам поможет немножечко огонек. О, вот так. Неплохой удар. Совместными усилиями прогнали всех привидений, ребята. А здесь у нас мухомор Батут. На него можно прыгнуть и высоко-высоко подлететь. Теперь целится водичка. Ух ты! Вот это прикол. Давай-давай, огонек. Воспользовались мухоморчиком, но не долетели. Досточка нам мешает. Да, сложный уровень, ребята. Но я надеюсь, что огонек справится со своей задачей. О, вот это удар. И еще разок. Опять не получилось. Но я думаю, в этот раз у огонька обязательно получится, ребята.
Ну а с вами был канал Ушастик Кидс. Подписывайтесь, ставьте ваши лайки и смотрите новое видео самыми первыми.